Олимпиадус ехали, они продали товар на 14 дней на миллиарды рублей и уехали. А сейчас здесь музей Теслашоу, первый музей. То есть вы понимаете, что это сербский физик, да, вся история связана с ним, его жизнь, его рассказ. Катушки Тесла, машина Тесла, да. Машину, конечно, не показывают, а катушки-то, да, клетка страха. Желающие постоять в клетке страха, то есть когда разряды молнии бьют больше тысячи, может, там миллионов разрядов. Так что интересно. Вот сейчас музыка играет, это молния, там друг от друга удаляется. Дальше музей Леонардо да Винчи, то есть в плане того, что он здесь показывает не как живописец, а именно как изобретатель. Механик, да? Катапульта, двигатель вечный, планер и так далее. Ну а Мона Лиза, ты хочешь? Хочешь, Настя? Давайте.